Всем хай! С вами канал Брикфил Алекс ТВ. И сегодня я буду рассматривать подарок от подписчика. Да, один подписчик дал мне кучу лего, и сейчас я вам эту кучу покажу. Обана! Вот, зацените. Много лего, куча лего минифигурок. Все это минифигурки и не только. И также вот такой вот пакетик. И сейчас мы все досконально рассмотрим. Итак, я разделил минифигурки и оружие на несколько групп. В этой группе у меня фигурки по Майнкрафту. В этой кучке у меня просто фигурки. И в этой кучке у меня чисто оружие. И что же, начнем с детального обзора вот этих человечков. Один из них это вот такой вот садовник, фермер. И у него вот такой вот костюмчик, чтобы не запачкать рубашку. С подтяжками. Вот, короче, штаны с подтяжками, прикольный такой. Мне вот, блин, шапка очень нравится, шляпа его соломенная. Также у него ботиночки, сапожки на штанах. И это довольно-таки классно. Вот, я могу его использовать в каких-то самоделок, типа по игре Brawl Stars и так далее. Что же, следующий это вот такой вот человечек, он у меня такой есть, но это немножечко по-другому разрисован. Вот, также у него такие новые волосы, вернее не новые, у меня старые такие же есть, сейчас вот на примере покажу. Вот, у нашего главного героя сериала Мирзе, Петра, такие же волосы, как и у вот этого чувака. Вот, костюм у него классный, серые штанишки, такое лицо, как у Алекса. И что же, следующий у нас такой вот чел из Лего Ниндзяго. У него, правда, нет ни рук, ни ног. Но у него есть туловище такое. И башка можно использовать в зомби-апокалипсисе, также и тело его. Довольно-таки классно. Следующий, это довольно-таки странно, но почему-то чувак прикрепил, мой подписчик прикрепил вот так вот башку к телу полицейского. Да, но все равно классно. Это из Майнкрафта какой-то чувак. Блин, как забыл. Забыл, как называется, короче, скелет-иссушитель, вроде так. И вот он, у него такое прикольное лицо, как будто он китаец. Вот, смотрите, китайся! Так, что же, следующее у нас Кайло Рен, да, из «Звездных войнов». Если ошибаюсь, поправьте меня в комментах. У него такой вот черный плащ. И довольно-таки классный костюм, который у меня до этого не было. И также лицо. Лицо можно употребить в зомби-апокалипсисе. Все довольно-таки... Ой, классно. И плащ тоже чистый. Это все чисто леговское. Вот, убедитесь. На штанах у него надписи. И следующий у нас такой... Лего-зомби из Майнкрафта, китайское лего, естественно, но тем не менее на торчике обозначение зомби, то есть зелененькая такая фигня. Бывает, как сказать, розовая такая цвета кожи. Штанишки прикольные, у него такая вот кофточка синяя. И, ну вот, короче, у зомби, ну, у нее есть небольшое смещение. А хотя у настоящего лего минифигурки вроде тоже смещение немножко вниз, так что это нормально. Собаченцы Лайка. Тоже классно, у меня такого не было. И последнее, это индеец. Мне ребята говорили, мои подписчики, тоже друзья, что это из киндера такие выпадают. Мне ни разу такие не выпадали, это индеец. Но, тем не менее, я думаю, что это набор 93-го года, поскольку вот такая вот, вот такие волосы и такая вот, как сказать, косточка напоминает мне, ну, не знаю, там,
какой-то старый набор с индейцами. Да и лицо довольно-таки это старенькое. Так что у него на туловище такая вот фигня непонятная. Ну и скиндеры. И внутри, как видите, тело такое. Я его снимать не буду сейчас, но вот просто. Волосы мне очень пригодятся в зомби-апокалипсисе. Что же, приступим уже к обзору оружия и Майнкрафта. Здесь у нас в первую очередь такой скелет выделяю. У него все белое абсолютно, как он сам, так и его защитный костюм, то есть как и его доспехи. Ну, вроде как это, можно сказать, какая-нибудь кожаная куртка и кожаный шлем, которые покрасили в белый цвет. Да, классно. Следующий у нас черный лорд из Майнкрафта. Так что я его хочу использовать как в мультфильме по Майнкрафту. Да, скоро я хочу выпустить мультик по Майнкрафту. Да. И что же, следующий у нас такой вот чувак, он похож на алкаша немножко, но не суть. Что же, у него тело Стива, вроде бы он должен был бы быть Стивом, но тем не менее это не так. С костюмом что-то у него не то, ну ладно. И здесь тоже, ну не суть. Вот, лицо, ну можно в Майнкрафте, наверное, использовать. Следующий у нас такой вот человечек, ну его уже можно использовать в каких-то съемках, я его буду использовать. И он такой молодой человек, молодой, там, не знаю, сын Стива или как, ну, как-нибудь, ну, вот так вот. Что же, следующий у нас такой вот человечек. Я его буду, наверное, как рудокопа использовать, потому что, ну, вот он приспособлен со своими штанами-подтяжками, да и рубашкой вообще совсем. С его лицом он просто идеален для рудокопа. Так, следующий у нас такой вот зомби-житель. И, ну, вот он такой вот прикольный. Я вот, кстати, его фигню такую, нос его никогда не видел. Это первая моя фигурка. Подписчик, если ты смотришь, который, короче, мой спонсор, то спасибо тебе огромное. Что же? Следующий тут такой вот скелет-иссушитель с черным телом и прикольной башкой. Ну, в отличие от вот этого. У него какие-то узкие глаза. Вот, более-менее похож на настоящего. И разбираем уже оружие. Здесь у нас броня Стива, алмазная броня. Сейчас я покажу, как на фигурках сидит броня, и у меня первый раз такая вот бронька, да, это классно. Либо это обсидиановая броня, ну, типа из модов по Майнкрафту, либо это также перекрашенная кожаный шлем. Вот. Также тут черная броня. По всей видимости, это из набора скелета иссушителя. Вся броня была на нем. Вот так. Отложу вот сюда в сторону. Также у нас что-то по Майнкрафту. Косу можно использовать по Майнкрафту. Правда, она из Лего Ниндзяго. Ну, не суть. Что же, следующий у нас деревянный меч. Тоже можно в мультфильме использовать. И будет очень классно. Следующий у нас такой лук заряженный. И сейчас он выстрелит. Довольно-таки классно. И следующий у нас довольно-таки тоже крутой лук. Его можно держать вот за эту сторону. Вот за эту. И, ну, вот здесь его держать нельзя. Ну, вроде можно, как, например, человечек выстрелил и стал вот такой без стрелы лук. Минус его то, что он отличается цветом от него, от вот этого лука. Ну, не суть. Следующий у нас кирка железная. У меня была алмазная кирка. Сейчас будет у меня железная кирочка. Что же, это тоже круто. И теперь переходим уже к обычному оружию. То есть, это у нас автомат МП5.
Извините. Скорее всего. Это у нас Glock, наверное. Ну, я склоняюсь к быстрее вариантам, которые я знаю. Не знаю, поправьте, если вы знаете. Это М16. Точно. Или М... Нет, не буду вдаваться в подробности. Я не помню название этого автомата. Так. Здесь у нас такая вот часть секиры. Ее можно будет когда-нибудь использовать. Вот вторая часть секиры. Также здесь такой вот пиратский ножик. Или, ну, мини-пиратская сабля, можно так сказать. Также армейский ножик. Прикольный. И М16. Также у нас есть такой вот рюкзак для, скорее всего, для фермера. Да, будет довольно-таки классно. И что же, сейчас переодену своих фигурок. Вот, смотрите, ребят, что у меня получилось. Это армия Майнкрафта. Первый у нас лучник с этим черным шлемом и с луком. Следующий у нас алкаш с бутылкой и веником. Ну, как сражается против зомби, там еще против кого-то. Далее у нас шахтер с киркой железной. Будет всех мочить. Ну, вообще кирка-то мощное оружие. На 5 урона наносит, да и больше в Майнкрафте. Да, насколько я знаю. Следующий у нас это алмазник Стив. У него такой вот в руках деревянный меч. Ну, не суть. Деревянный, он все равно с деревянным всех убьет. Смотрите, у него такая алмазная бронька. Также железные штанишки. И он победит всех мобов злых. Естественно. Ну и хороших тоже может. Следующий у нас лорд. Черный лорд. Он с топориком, с железным топором, топорищем. И он как берсерк. Будет их вот мочить, зомби убивать, там так далее. У него такая вот броника черная, как у черного лорда. Да. И вот он такой крутой. Ну и что же, переходим к следующему. А следующий у нас вот такая вот такой вот набор из кучи всяких деталек для, знаете, для чего? Для кухни. Да, но все равно это классно. О, у меня, блин, сейчас пакетик выкидываем все из пакетика. Так, отлично, все, куча лего. Просто я вот обалдеваю до сих пор. И что же, начнем с обзора. Здесь у нас ложка. Охренительно просто. Интересно, помещается она в руку человечку? Например, вот темному... Нет, темному лорду как-то не очень зашло. Например, вот этому полицейскому. Блин, а чё она не берется? Извините. Блин, она ему что-то не берется. Ну, вот так вот примерно выглядит. Все равно классная ложечка. Ну, вроде как лего. Да, выглядит как лего. Может, вот за эту фигнюшку взять. Да, кстати, смотрите, берется. И вот смотрите, как она в руке у него. Вот такая вот классная. Да, ложечка. Он будет ей кушать. Что же, следующее у нас, что он будет, естественно, есть... Из чего-то. Это у нас коктейльчик или морожка. Не знаю, уже съеденная. И такая же морожка, только стаканчик прозрачный. Да, бокал. Здесь такой вот, а здесь такой вот. Мне больше всего прозрачный нравится. И в прозрачном тоже розовая морожка. Так. Далее у нас такая вот сумочка розовая. Там набор из котов, не помню. Она такая вот нущаяся. Ну, в смысле, серии там, типа, кота или кого-то там помещали. Ну, например, вот французскую булку. Да, давайте-ка рассмотрим булку, хлебушек.
Его ни за что нельзя взять, но тем не менее он довольно-таки классный. Его можно на пластилин, там, например, к руке человечка прилепить. Далее булка, просто булочка и там, не знаю, это багет или что это. Вот это булка. Не знаю, ну, короче, не суть важно. Далее у нас пирог такой, вообще класс. Ну, вообще его можно брать там в руку, как сказать. Ну, вот так вот он берется, вот так, и все. И довольно-таки суперский. И, например, можно как оружие в зомби кидать. Да, довольно-таки классно, думаю. Далее у нас такая вот кружечка. Сколько у нас? Одна кружка такая, ну, не суть. Следующая ракушка. Наверное, ракушку мы в эту сумку положим. Также банан. Банан. Еще вторая булка. Маленькая булочка. Рыбка. Довольно-таки часто встречается в лего-наборах. Особенно у меня. И эксклюзивная кружка. Блин, тоже классно довольно-таки. Суперски. Не вижу за камерой. Так, ложку давай-ка положи ты ее. Сейчас. Ага, все вставилось. Смотрите, вообще суперски смотрится. Вот так он ее держит. Кружечка с чаем. Ну, довольно-таки классно. Суперски. И что же? Далее у нас... Охренеть, так, где камера? Блин, не найду камеру. Ага, вот она у нас здесь. И вот такая вот тарелка. Вообще супер. Например, на нее можно все что угодно положить. Например, банан. Вот так он классно лежит на ней. И это супер. Следующий у нас такой вот набор и типа из Макдональдса. Тут, боже, что это? Ляжки, наверное, куриные какие-то, не знаю. Также бургер и картошка фри. Супер. Так, также у нас здесь есть такая вот, такой, вернее, термос или что это? Вот, скорее всего, термос. Так, извините. Вот, ну и, короче, там супом тарелка какая-то. Вот, следующий у нас тоже морожка, стаканчик с морожкой. Много морожки здесь. Тарелка. Косточка. Классно, классно. Косточка, еще тарелка и еще тарелка. Вообще супер, можно пир устроить. Вообще. Также сосиски. Вот сосисок у меня никогда не было. Я набор с сосисками один раз потерял. То есть в нем были в наборе сосиски, но я их посеял. И до сих пор не могу найти. Также здесь есть такая вот баночка с колой. Называется Буз Кола. Вид колы. Энергетик какой-нибудь. Но в зомби-апокалипсисе понадобится. Это же энергетик. Следующее. У нас тортик в такой упаковке. После этого фигня какая-то. Ну, розовая такая штучка. Не знаю, как ее использовать. И далее у нас крутая фигнюшка. Вот такая. Это шоколадное мороженое. И вот она такая закрученная в стаканчике. Далее у нас есть вилка. Да, классная вилка. После нее такая кружка желтая. Далее зеленый такой стручок, горох, что это, не знаю. После него фигнюшка какая-то, перья или что это. Ну, для кисок или кого-то, не знаю. Ну, вот как-нибудь вот так вот поместим, будет отлично. Очередная кружка. Также... Да блин, уйди. Также здесь косточка, кость, ну, вернее, рука от скелета. И также вот такая вот вилочка. Две вилки и еще одна кружка. Две кружки. Супер. Рыба, кружки. Чего тут только нет. Блин, подписчик. А, спасибо тебе огромное.
Это вот, ну, вот это то, что я произнес сейчас, это не к тебе. Это к моему заряду было произнесено. Батарея. Ну и что же, ребята. Всем огромное, ребят, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите в комментах. Обязательно посмотрите сериал «Мир Зе». Да, скоро новая серия. И всем спасибо за просмотр. С вами был канал Брик Фил Алекс ТВ. Всем пока!